В зале администрации района прошло совещание по подведению итогов работы Центральной районной больницы за 2023 год. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меритуков, глава района Заур Хамирзов. Поприветствовав участников мероприятия, глава района предоставил слово министру здравоохранения Рустему Меритукову. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, сегодня у нас отчет главного врача. Прежде чем приступить к повестке сегодняшнего совещания, хочу выполнить приятную миссию. У нас есть награды. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Республики Адыгея благодарностью Минздрава Республики Адыгея награждается Ахтауова Анжела Мухамедовна. Я вас поздравляю. Бельмехова Джанита Асланбечевна. Башева Нафисет Аркадьевна. Спасибо за работу. Далее с отчетом выступил главный врач районной больницы. В своем выступлении Заур Бихашев акцентировал внимание на основных показателях работы, мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья населения. Население районов в последние годы испытывает значительное влияние общих демографических процессов, характеризуемых снижением неморождаемости, ослаблением института нашей семьи, переездом молодого живого, обратным движением детского живого возраста на проживание в сельскую местность. Обязательный прирост формирует естественный уровень населения, что требует особого внимания к проблематике предосвященности. Число рождений 1046 в 2020 году на 4 больше, а смертность сократилась на 94 случая меньше, чем в 2022 году. Возрастной состав населения характеризуется как обладание лиц старших рук, количество лиц моложе, возрастного возраста составляет менее как часть населения, трудоспособного возраста 66,1%, старшего возрастного возраста 23,1%. В качестве задачи на 2023 год направлены на повышение рождаемости и снижение смертности Кашпаровская ЦВД получила следующее возрастное задание. Отработать профилактических разовых посещений 25 тысяч, обращений с лечебной целью 65 тысяч, различных аппаратных и инструментальных исследований 2 тысячи, 14707 профилактических мероприятий, 4061 случаев стационарного наблюдения, 3000 медицинских услуг в неотложной форме, 1000 ТФЛ за специализацией. Фактическое выполнение основных показателей медицинской грамотности превысило плановое значение по административным позициям из 15. 99% выполнения плана достигнуто по обращениям, 94,1% по профосмотру на совершеннолетних. Из запланированных 600 трудовых исследований сердца, именно в организации сделано меньше половины в связи с уходом специалиста в декретный отпуск еще в первом полугодии. Остальные пациенты получили соответствующую услугу в республиканских учреждениях. Мышцы с лечебной сети составляют совокупно обоходный прием на 4,5 посещения в смену. Стационар полусуточный на 76 дневных коев, дневные стационары амбулаторного звена общим числом коев 45, 6 ручных амбулаторий и 10 хабов. Имеется приближенный мобильный хаб, на котором проводятся врачебные, фельдшерские и акушерские осмотры. Мобильный хаб привлекался к проведению диспансеризации взрослого населения и практических осмотров детского населения. Годовое количество выездов службы 97, обследовано 1905 человек, выявлено первично 127 заболеваний. В результате 127 человек получили первичную специализированную помощь и поставлены на специальный учет. Годовой план работы комплекса реализован. В плане профилактических мероприятий на 23 год содержались профосмотр взрослого населения 1077 человек, специализация взрослого населения 7014 человек, углубленный специализация 1725, для наблюдения 1191 человек. В амбулаторно-практическом звене прием ввели большие врачи по 12 специальностей. Всего посещение к врачам 106 454 медицинского персонала 20 740. По данным медиасмотра, другими формами проходить мероприятий охвачено 2502 человека, в том числе лекции на беседе по программе здорового жизни 1089 человек, занятия по материалам программы школы здоровья 1527. Опубликовано 95 пабликов в социальных сетях, 110 эфиров размещены на различных сайтах и каналах, выпущено 155 санитарных бюллетеней, посвященных вопросам профилактики различных заболеваний.
После этого министр здравоохранения подвел итоги выступления главного врача и назвал основные проблемы в сфере здравоохранения района, а также предложил пути их решения. Рустем Меритуков сделал анализ доклада, выделив наиболее значимые моменты. По основным показателям по снижению смертности от основных причин – это сердечно-сосудистые заболевания, онкология – есть положительная динамика. То есть умерло меньше людей за аналогичный период прошлого года. Всего по району на 83 человека умерло меньше людей. По количеству родившихся родилось на 4 человека больше, но это крайне мало. С учетом численности населения и демографической ситуации это крайне мало. Количество родившихся 246. Было отмечено, что 6 человек было направлено на ЭКО в прошлом году. Это очень мало. Для почти 30-тысячного района 6 человек на ЭКО – это крайне малая цифра. У нас есть все возможности бесплатно отправить пару на ЭКО в любой центр по их желанию на всей территории Российской Федерации. В ходе профосмотров, которые проводились в прошлом году, эта диспансеризация, было выявлено 572 новых заболеваний, впервые выявлено. Из них 9 онкологических заболеваний, 500 чем-то там гипертонии, 9 случаев сахарного диабета и так далее. Но я призываю своих коллег, призываю глав сельских поселений, диспансеризацию уже сейчас надо делать. Планы должны быть доведены до каждого участкового терапевта. Надо качественно обследовать население. С человеком надо работать, когда у него еще ничего не болит. Можно профилактировать заболевания, надо выявлять на ранних стадиях. Можно, это на так называемые управляемые причины. Каждое заболевание, от основных, от которых человек страдает, им можно управлять. Их можно профилактировать, если на ранней стадии выявлять. Это очень важно. Также в ходе совещания выступили главные внештатные специалисты республики – невролог Саида Вакажева, кардиолог Марина Мамишева, эндокринолог Марина Яхутлева и врач-онколог Заур Ачох. Их презентации имели не менее значимый характер. Система болезней кровообращения номер один во всем мире, в стране, в республике и, естественно, в Кашкамбрском районе в качестве причины смертности и инвалидизации. Итак, вот данные. Мы регионально-сосудистый центр. Мы лечим пациентов с инсультом, все об этом прекрасно знают. Кого-то из этих пациентов раньше долечивало неврологическое отделение с его реабилитационными койками. Вот те цифры, которые есть на сегодняшний день, количество людей за прошлый год, жителей района, которые пролечились у нас. Незначительное снижение, но обольщаться нельзя, год от года количество пациентов, оно плюс-минус, существенно больше или существенно меньше не становится. Итак, это те, кого мы полечили. Расклад везде одинаков. 80%, иногда 85%, иногда 88%, из года в год это пациенты с ишемическими инсультами, инфаркт мозга, иными словами. 12-20%, соотношение 1 к 4, это кровоизлияние. Обращаю внимание, подавляющее большинство людей с кровоизлияниями в мозг – это люди трудоспособного возраста. Большая часть из них в каждом районе и в городе Майкопе умирает в периоды новогодних праздников и плюс-минус неделя и майских праздников. Вы медики, вы все понимаете причину. Причина номер один – злоупотребление алкоголем. Как правило, на фоне курения. Так вот, кровоизлияние в головной мозг, подавляющее большинство, умирает в периоды праздников. Делайте выводы, даже не медики, это очевидные выводы. Теперь время доставленных к нам пациентов своевременное. Все прекрасно помнят, я обращаю внимание на не медиков, что так называемое существует понятие терапевтического окна, и для пациента с инсультом на сегодняшний день во всем мире терапевтическое окно составляет 4,5 часа. К пониманию, коллеги, вот 4,5 часа и не медики. Это не от момента, когда вы позвонили в скорую. Это не от момента, когда вас нашли кого-то. Это от момента, когда появились симптомы, до момента заезда в сосудистый центр. До момента оказания помощи. Это чрезвычайно мало. До него доехать надо, и надо сообразить, что с пациентом случился инсульт. И самому пациенту, чтобы вызвать скорую, и родственникам. Поэтому фактически, чтобы вы понимали, внутри сосудистого центра больше 40 минут у нас нет никогда. Чаще всего
чаще всего обращайте внимание, в региональный сосудистый центр мы не достигаем целевого уровня. 40% должны быть доставлены вовремя. Во всей республике и у нас, поскольку вы везете только к нам, 40% мы не достигаем. К пониманию, человек, которого привезли за пределами 4,5 часов, но фактически любая наша помощь, она становится в знак равенства неэффективной. И своевременное обращение – это показатель грамотности населения. Это не медицинская составляющая, это то, что должен знать каждый уже в школе. 2×2 = 4, а своевременно позвонить в скорую помощь не менее важно, чем таблица умножения. И это надо рассказывать людям, и об этом надо говорить часто. Итак, своевременная доставка. Почему она важна? Все знают медики, при ишемическом инсульте это единственная разновидность, но это 80%. В этой ситуации самыми эффективными, но эффективность не равна 100%, процентов 25, наверное, являются так называемые технологии реперфузии, когда мы пытаемся вернуть кровь к мозгу, которая не получает в этот момент, зона, которая не получает кровь. А для этого либо мы растворяем тромб лекарственно, и это называется тромболитическая терапия, либо мы пытаемся за счет механического удаления тромба из просвета сосуда, это называется тромбоэкстракция, удалить оттуда тот сгусток крови вместе с куском, извините, жира, который мешает и препятствует кровоснабжению, адекватному кровоснабжению головного мозга. Вот на это у нас вот это короткое время, 40 минут у нас, при условии, что приехали вовремя. Если не приехали вовремя, эти процедуры противопоказаны, потому что очень часто через сутки, двое-трое, родственники в интернете прочитали, врачи им рассказали, а вы нам будете тромб удалять? А тромб удалять нельзя, это смертельно уже в этой ситуации. Все, 4,5 часа для тромболизиса, Рубикон, дальше запрещено во всем мире, приведет к кровоизлиянию в головной мозг и, скорее всего, смерти человека. Тромбоэкстракция тоже имеет свой временной рубеж. Процент тромболизиса в стране, страна определила, что 7% пациентов, представьте, как это мало кому это можно сделать. 7% подлежит тромболитической терапии. В республике и нам, в региональном сосудистом центре, у нас процент 10,7. Это превышает показатель Российской Федерации, это прям хорошо, это классно. Но тромбоэкстракции, впервые эта технология в прошлом году была нами использована, достаточно успешно, чрезвычайно дорогостоящая технология для медиков, но в целом это стоит около 700 тысяч на одного человека. Расходные материалы столь дорогие. Везите своевременно, они у нас есть. Государство на сегодняшний день нас обеспечивает, система ОМС обеспечивает полностью. Здесь вопрос времени. И этот вопрос будет зависеть во многом, в первую очередь, от грамотности населения, и это не медицинская составляющая, но и от своевременной работы скорой помощи, либо сотрудника, фельдшера, папа, врача приема, неважно кто, заподозрил инсульт. И вот они, типичные ошибки, которые есть везде. Так вот, нужно тому, кто первый заподозрил инсульт, неважно кто вы, медсестра, фельдшер, да кто угодно, даже если вы не медик, набрать 103 скорую помощь и набрать корпоративную трубку регионального сосудистого центра. Нам нужны данные пациента, нам нужно знать все про пациента, его симптомы, дату заболевания, диагнозами, которыми он болел, мы принимаем решение, там, вдали, не видя больного, принимаем решение вызывать из дому команду, которая будет проводить тромбоэкстракцию или нет. Врачей не хватает у вас. Если вы думаете, что у нас их больше, у нас еще хуже, чем у вас. Бригада, которая должна работать круглосуточно, их нет в таком количестве. Они приезжают из дому, им же тоже приехать надо, им тоже нужно время. Поэтому во всем мире, не только вот в региональном сосудистом центре, человек, который заподозрил инсульт, звонит, чтобы были готовы все. Кабинет компьютерной томографии, ангиографическая установка, аппараты включить надо, ангиографы. Так вот, докторов, которые приедут и прооперируют. И это к пониманию. Поэтому позвонить обязательно, информацию сообщить обязательно и сообщить нам время приблизительного вашего доезда. Так положено во всем мире, так написано в нормативной мировой документации. Не кряду нам она мной или вот тут вот конкретно в Республике Адыгея. Мы выполняем клиническую рекомендацию. Далее, вы сажаете в машину пациента, естественно, и кого-то из тех, кто его видел, члены семьи, которые что-то о нем знают,
либо тех, кто рядом, нам нужен анамнез. Это очень важно на самом деле, чтобы вы понимали, пациенты с инсультом часто не в ясном сознании, а еще чаще они плохо говорят. А нам нужно знать, чем они болеют, у них могут быть противопоказания. К этим суперэффективным, суперклассным, но для тех, кому они не нужны, манипуляция. Поэтому для того, чтобы мы что-то узнали, родственник должен сидеть, либо контактный телефон того, у кого мы можем спросить, из членов семьи. Очень часто приезжает больной один, без никого, и есть просто фельдшер скорой помощи, который тоже ничего о пациенте не знает. А 32 противопоказания к тромболизису. У кого я как врач должна спросить? У пациента, который не умеет говорить в эту минуту. Поэтому кого-то надо посадить обязательно. И вы отправляете пациента. Дальше, и это тоже очень и очень важно, что делает бригада в машине скорой помощи, если тут сотрудники бригад скорой помощи. Естественно, вы контролируете давление, но контролировать это не означает снижать. Выключите, пожалуйста, все в мозге свою опцию снизить давление. Опция снизить давление запрещена. Давление нельзя снижать, если вы подозреваете инсульт, неважно кто вы. Если это артериальное давление не превышает цифру 220 на 110. 220 на 110. Не всегда, а в ту минуту, когда вы подозреваете инсульт. Подозреваете, не трогайте. Выше, Бога ради, снижаете, но до цифры 220 на 110. Почему важно? Мозг в момент совершения инсульта, и для тех, кто не неврологи. Отличие инсульта от неинсульта. Это вот мы часто общаемся друг с другом по телефону, вы со мной, я с вами. Давление низкое, у него инсульт. При инсульте давление низкое не будет никогда. Запомните, это диагностический признак. Мозг повысит его. Пациент с инсультом в этот момент будет иметь либо супервысокое давление, либо цифру, превышающую норму всегда. И это отличительный признак. Если у пациента низкое давление, я как невролог сомневаюсь вообще в присутствии инсульта в его жизни. Мозг спасает себя таким образом. Мозг умнее, чем мы с вами, чем любая медицина, чем каждый из нас. Поэтому повышение давления – это жизнеспасающая реакция. Оставьте его в покое. Не снижать. Если все-таки по какой-то причине вам его надо снизить, да, есть показания там, неважно, насколько я знаю, кардиогенный шок, отек легкого, что-то еще, кардиальное, где артериальное давление надо снизить. Бога ради, лекарства через рот не давать. Пациенты с инсультом имеют нарушение глотания. Поперхнется, будет пневмония. Запомните. Будет пневмония от инсульта, может спасем. Аспирационные пневмонии самые некурабельные. Флора ротовой полости, такова, это самое инфицированное место, все знают, в теле человека. Так вот, преодолеть аспирационную пневмонию будет тяжелее, чем инсульт. Лекарства, которые при подозрении на инсульт, не стоит вводить. Не надо разжижать кровь, если вы думаете, что инсульт, и тем более это написали. Вы не знаете, какой он. Не надо, Бога ради, использовать диуретики. Не надо пытаться полечить мозг ноотропами. Подозреваете, позвоните, мы дадим команду ехать, и тогда вы поедете. По дороге бригада скорой помощи, ваша задача поддержать сатурацию, измерить артериальное давление, указать нам, какая цифра АД. Далее. Посмотреть уровень глюкозы, выполнить ЭКГ и поставить периферический венозный катетер. Это делает либо тут на месте, где случилось, либо в машине. Катетер должен стоять, доехать до Майкопа из любой точки Кашхабльского района на машине скорой, 30-40 минут. За это время катетер можно поставить и измерить давление тоже. Катетер тот, который мы будем использовать для введения контраста при проведении ангиографии. Это опция за вами. Мы не можем там на это тратить время. Реально его очень мало. Действительно, Саиза основные моменты озвучила. Наши специалисты очень сопряжены, как и наши пациенты между собой. Хочется отметить, что в 2023 году, как уже было ранее сказано, была проведена диспансеризация населения и выявлено 53 первичных пациента с заболеванием кровообращения. Перечень необходимых всех исследований, эти все пациенты взяты на диспансерный учет, и хотелось бы акцентировать внимание на том, что осуществление диспансерного учета проводится в соответствии с приказом 168 Министерства здравоохранения от 2022 года, где очень подробно изложено по всем нозологиям, как по кардиальной системе, так и по другим, как проводить диспансерное наблюдение за пациентами. Цель диспансеризации основная – это что выявление модифицируемых факторов риска, то, о чем уже было сказано,
к сожалению, на возраст и пол мы повлиять не можем, но на то, что уже было озвучено ранее, мы повлиять вполне возможно для нас. В 23-м году в наше РСЦ, кардиологическое отделение, было госпитализировано из вашего района 214 пациентов. Из них, к сожалению, 3 летальных исхода, 2 с инфарктом миокарда. Проанализировав эти случаи, просматривается картина, что пациенты эти были доставлены в поздние сроки. Это те пациенты, которые не состояли на диспансерном учете, и это те пациенты, которые, естественно, не получали никакую терапию. Причинами как бы вообще ухудшения состояния пациентов с кардиальной патологией и возникновения впервые заболеваний системы кровообращения является это отсутствие раннего выявления заболевания у тех пациентов, которые уже лечились и получали разную терапию по заболеваниям сердца, независимо от того, это ишемическая болезнь, артериальная гипертензия, нарушение ритма, и к утяжелению состояния и к декомпенсации пациента приводит, что самостоятельная отмена препарата. Это, как правило, происходит, опять же, у пациентов, которые не состоят на диспансерном учете. И также чревато последствиями для пациентов – это замена одних препаратов на другие. На этом акцент делаем, потому что это действительно приводит к ухудшению состояния и утяжелению. Что нужно сделать для того, чтобы на что обращать внимание как бы для уменьшения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий? Это проводить ознакомление населения посредством наглядных пособий, средств массовых информации, то, что у вас уже проводится, но стараться увеличивать количество. Увеличить количество и охват активных явок населения в рамках диспансерного наблюдения. Контролировать передачу выписных эпикризов, вот когда пациенты выписываются из нашего стационара, из РСЦ, передаются вам в вашу поликлинику районную и дальше по ФАПам, и желательно иметь обратную связь от ваших докторов о том, что эти пациенты взяты на диспансерный учет, о том, что они получают льготное обеспечение, эти пациенты в течение года минимум также наблюдаются у нас в диагностическом центре. И, естественно, мы всегда готовы к сотрудничеству и посредством и телемедицинских консультаций, и виртуальных обходов. Вот запланировано 24-й год, это выезд кураторов к вам в район, и также проводить виртуальные обходы. У нас запланирована телемедицинская консультация с виртуальным обходом на апрель месяц, но, в принципе, естественно, по необходимости, по потребностям. Что касается пациентов с острокоронарным синдромом, хотелось бы особое внимание уделять пациентам молодого возраста, потому что это категория пациентов, которые наиболее опасны в плане того, что у них больше процент летального исхода, потому что у хроников, вот медики знают, если была хроническая ишемическая болезнь сердца, то развиваются коллатерали, и пациент, даже если у него наступает острая сердечно-сосудистая катастрофа, за счет коллатерального кровотока у них есть возможность выжить и пережить эту ситуацию. Молодые пациенты, не подготовленные к этому событию, к сожалению, процент летального исхода у них выше. Поэтому если на скорую помощь или в поликлинику обращаются люди молодого возраста, вы все прекрасно знаете, что инфаркт и вообще атеросклероз помолодел, и к этой категории пациентов будьте более внимательны. Помощь осуществляется в соответствии с приказом о маршрутизации. Вы это все прекрасно знаете. Вы знаете корпоративный телефон. Просто напоминаю о том, что нужно снимать кардиограмму. Как Саида Аслановна сказала, пользоваться чеком-опросником для пациентов. Для более точного получения информации. Обязательно всем пациентам, не забывайте, пожалуйста, это часто встречается, к сожалению, давайте нагрузочную дозу антиагрегантов перед транспортировкой к нам. Обязательно вводите антикоагулянт и вводите наркотический анальгетик. Сатурацию, что касается кислорода, это по состоянию, по сатурации кислорода, потому что вы знаете показания сами, когда меньше 97, да, уже потребность есть. И обязательно сообщайте, как уже было озвучено, дежурному кардиологу о том, что вы транспортируете. Если вы понимаете, что вы по времени не укладываетесь в
2 часа транспортировать пациента, и у вас ушло не более 12 часов от момента появления боли, а не от первичного контакта с пациентом, то желательно решить вопрос тромболитической терапии. Выяснить, естественно, предварительно о наличии противопоказаний для проведения тромболитической терапии, чтобы мы не сделали хуже для пациента. Все пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые катастрофы с реваскуляризацией и без, обязательно, еще раз повторюсь, должны подлежать диспансерному наблюдению у нас в диагностическом центре, у вас по месту жительства, и терапия назначается пожизненно этим всем пациентам. Говорили мои коллеги о проблемах, которые возникают зачастую уже как следствие нелеченного адекватно сахарного диабета, поскольку все наши пациенты, которые имеют второй тип диабета, они часто страдают заболеваниями сердца, мозга больше, чем обычные пациенты на 36-40%, особенно если пациенты не компенсированы. Поэтому в рамках этого совещания мы говорим о диабете. Значит, в вашем районе 721 человек, это 4,5% от общего количества больных в республике. И в первую очередь 4% это пациенты с первым типом, тяжелый диабет, но о них мы сейчас говорить не будем. Это особые пациенты на инсулинах и так далее. А второй тип составляет 779 человек, то есть это люди пожилого возраста, имеющие определенные заболевания, которые потом, в общем-то, дают нам тяжелые сосудистые осложнения. И ожирением страдает 23%, как-то вот хорошо выделили в этом районе это состояние, обычно малые цифры показывают, и прочие заболевания 7%. Из впервые заболевших диабетом 43 человека взяты на учет, это только второй тип. 43 человека, согласитесь, на такой район это очень мало. На втором месте заболевания щитовидной железы, из них узловой зоб 156. Чтобы не возвращаться к этой теме, Рустам Батурович сказал про онкопроблемы, сразу скажу, что узловой зоб – это исследование должно быть проведено, которое будет исключать патологию онкологическую. Но поверьте, из всех заболеваний узловых зобов где-то 5% онкологии. В основном остальные наши пациенты имеют прокачественное образование. Но чтобы это определить и это установить, нужно делать пункционную биопсию. То есть это исследование прерогатива эндокринолога, который должен на всем этом разобраться. Поэтому к зубу больше не буду возвращаться. По больным сахарным диабетом. Очень важно, как лечится пациент, держит ли он вес, контролирует ли сахар, имеет ли повышенный холестерин и так далее. Потому что я сказала, что в основном диабет второго типа – это обычные с повышенным весом люди. У них у всех присутствует инсулинорезистентность. Это нарушение чувствительности к собственному инсулину, за счет чего, собственно, диабет и развивается. И правильно поставленный диагноз, правильное лечение выбранное могут дать успех, но при условии соблюдения диеты. К сожалению, без диеты подавлять терапию невозможно. Большинство людей нарушает. Веду прием, поэтому сталкиваюсь с пациентами, которые честно говорят, что да, нарушаю, но подберите какой-то препарат, где я смогу жить так, как хочется, и в то же время не худеть, и иметь нормальный сахар. Это невозможно. И еще хочу сказать, в основе онкозаболеваний также лежит инсулинорезистентность. Есть сродство рецепторов к инсулину и к онкорецепторам у людей с диабетом. Это сродство присутствует, поэтому при наличии диабета и ожирения онкозаболевания развиваются чаще. Так же, как вот было с ковидом, когда наши пациенты больше страдали, чем кто-либо. Поэтому хочу сказать, что раннее выявление диабета – это очень важно. И тот приказ, где мы определяем сахар на прыщах, этого недостаточно. Если образуется диабет, если есть повышенный вес, если есть повышенный холестерин, мы все должны проводить тест на толерантность к глюкозе или хотя бы определять сахар через 2 часа
после приема пищи, потому что зачастую пациент ходит с нормальным сахаром натощак и с повышенным сахаром после приема пищи в течение где-то лет 5-7. Это так называемая нарушенная толерантность к глюкозе или старое название сорбидиабет. То есть симптомов нет, клиники нет, а сахара повышаются после приема в пищу определенных продуктов. И самое важное, что этот период не застрахован от развития осложнений. То есть в период нарушенной толерантности к глюкозе развивается все равно сосудистое осложнение. Это тоже доказано. И сахар выше 9 после еды – это фактор, который дает сосудистые нарушения, особенно макрососудистые нарушения. Поэтому чем больше мы выявляем больных с диабетом вовремя, на ранних стадиях, тем лучше. Потому что наша основная задача будет объяснить правильное питание, физические нагрузки, которые, кстати, снижают сахар, и правильно подобрать даже не терапию как таковую, а назначить препарат, который борется с инсулин резистентностью. Это метформин. Поэтому я считаю, что весь диабет второго типа, все пациенты должны его получать. Только не получают те, кто не переносит по каким-то причинам, а в основном должны. А у нас есть большой арсенал препаратов на сегодня, раньше их не было, где мы можем влиять и на вес, и на липиды, и на, естественно, коррекцию сахара, и даже снижение давления. Есть препарат, который мы сегодня используем активно для лечения диабета, а кардиологи у нас его уже забрали как препарат, который лечит ХСН, уменьшает количество госпитализаций, хорошо выводит лишнюю жидкость, снижает вес, снижает давление. То есть мы пересекаемся. Я получаю пациента со скрытым диабетом еще на стадии, а он уже получает данный препарат по хронической сердечной недостаточности. Замечательная терапия, поэтому правильно подобрать нужный препарат каждому пациенту – это залог, в общем-то, успеха в лечении диабета. Но медики могут повлиять на 10-15% случаев. Все остальное зависит от самого человека, как до сих пор говорили, от его образа жизни, потому что постоянный прием пищи, гиподинамия, естественно, плюс вес способствует тому, что диабет прогрессирует. На сегодняшний день принята программа «Борьба с сахарным диабетом». Она будет финансироваться. Цель ее – снизить вредность, уменьшить осложнение диабета, но, естественно, улучшить качество жизни и продолжительность жизни наших пациентов. Она запускается с этого года. Основные показатели, которые мы должны отслеживать по данной программе – это определение гликированного гемоглобина, оговорюсь для тех, кто не знает, это средний сахар за прошедшие 3 месяца. Это показатель и диагностики, мы по нему ставим диагноз, и показатель качества лечения самого диабета, естественно, правильной адекватной терапии. И данный показатель ежемесячно уходит в Москву, то есть он под контролем. На сегодня республика уже купила анализаторы для определения этого показателя, в каждом районе они уже есть. Раньше их не было, делал только Майков. Вот я надеюсь, с января эта работа будет активна, данные будут выноситься в регистр, и я буду видеть у себя в кабинете, что происходит здесь, в районе. В принципе, то, о чем мы говорим, централизация нашей первичной специализированной звена, оно как раз в прошлом году произошло, и мы уже как бы эффекты с вами увидели. Мы увидели эту взаимосвязь, вот то, ради чего это делать, ради того, чтобы выдержать на самом деле эти сроки. Мы знаем, что хочет у нас дней, много или мало. Ну, могу сказать, что до этого это могло занимать 3-6 месяцев. Поэтому, конечно, это правильно, мы знаем, да, бывает эти сроки увеличиваются по объективным причинам, но в целом у нас понимание есть, маркер есть, и мы знаем, на какую цифру мы должны ориентироваться. Не буду уже тогда останавливаться, как распределена служба по республике. Вот на третьем слайде, если можно, да, мы здесь видим именно целевые показатели, к которым мы с вами стремимся. Сейчас немножко поговорю о цифрах, немножко повторюсь, потом уже мы будем объяснять, что же мы будем делать и должны делать по району. Здесь вот три основных индикатора, которые есть. Это рак именно на ранних стадиях,
Это количество больных, болеющих злокачественным образованием, состоящих на учете более 5 лет, и одногодичная летальность. Вот эти индикаторы, которые нам выставлены, в целом по республике они выполнены. Мы в зеленой зоне по всем регионам Российской Федерации. Это как бы все хорошо, но давайте уже будем двигаться по районам. Вот на четвертом слайде мы видим, где наш район находится, Кашихабадский. 58% по пятилетней выживаемости. В целом, учитывая, что это интенсивный показатель, и учитывая то, что в сравнении с прошлым годом этот показатель растет, то мы можем говорить о том, что 2023 год, путь, который мы с вами выбрали, он правильный. Этот показатель, я надеюсь, если мы будем также в связке работать и те же показатели, которые мы сегодня выдаем, будем выдавать, то в принципе этот показатель вырастет, но он остается все-таки ниже. Это вот за прошлые годы накоплено количество запущенных пациентов. Этот показатель непростой, он на самом деле показывает, вот мы из года в год выявляем рак, 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 а что мы выявляем? Вот это как показатель характеризует, что мы выявляем. Вот в предыдущих годах мы выявляли больше запущенных, третья, четвертая стадия. Соответственно, люди не доживали 5 лет, и этот показатель, вот он как раз и характеризует нашу длительную работу. Не работу одного года, одного отрезка, а именно длительную нашу работу. Поэтому вот мы ее берем за основу и на нее ориентируясь, двигаемся дальше. Следующий слайд, пятый слайд. Распределение вот на первой, второй стадии, если то, о чем я говорил, да, вот здесь наш показатель 60,8%, он уровень республиканского, он выше индикатора, всероссийского российского индикатора. Вот это как раз то, что мы говорим, что все, что мы выявили, большую часть мы выявляем на ранней стадии. Это уже хороший показатель. На следующем слайде мы видим активно выявленное. Да, процент выявленных активно свыше 70%. Это высокий показатель, это по российским данным, это вот, ну, один из высоких показателей. Но касаемо вот нашего района, Кашихабадского, да, что этот показатель характеризует? То, что большая часть пациентов, которые непосредственно обращаются в лечебные учреждения, вот не те, которых мы целенаправленно приглашаем, а вот те, которые обратились с разными хроническими заболеваниями, вот у них мы активно выявляем. То есть онконастороженность медицинского персонала, она высокая. Да, это, конечно, хорошо, этот показатель сам по себе несет позитив, но для нас немножко он недостаточен, объясню в других слайдах. Но здесь, да, мы онконастороженность высокая, я надеюсь, она будет оставаться высокой, мы взаимодействуем, определенные занятия проводим, я думаю, дальше это будет проводиться, этот уровень мы будем поддерживать, по возможности даже его повышать. На седьмом слайде мы видим одногодичную летальность. В целом этот показатель по Кашихабаду 20%, он остается как бы высоким, да, он ниже и индикатора, который перед нами ставит, но он все равно остается, скажем так, один высокий в республике. Это вот тот показатель, чтобы понятно было, что это такое. При современной медицине, с момента выявления рака, при той медицине, при той диагностике, при той лечебной составляющей, которую мы сегодня имеем, мы не можем больной жить меньше года. Да, то есть мы как бы там, где даже при запущенных формах, здесь даже больше не имеется в виду как раз вот именно запущенная форма, третья, четвертая стадия, вот при той возможности, которую сегодня мы обладаем, ну, этот показатель высоковат. Да, мы должны четко понимать, что вот эти 20% это не просто третья, четвертая, это вот как раз четвертая запущенная, это те пациенты, у которых минимальный потенциал. То есть это по сути пациенты. Болезнь привела сама по себе, то есть не то, что мы их случайно, оно их привело. То есть это уже, ну, скажем так, дефект не только медицины, но это дефект вообще всей системы, когда мы просто где-то этого пациента потеряли, годами никто им не интересовался, и вот он, когда ему совсем плохо стало, все окружающие заинтересовались, привезли, и он при всех наших усилиях погибает в течение года. Вот как раз то, о чем я и говорил. На восьмом слайде, это запущенность, вот четвертая стадия. Да, она тоже, как вы видите, показатель, медленно она сползает, но он остается все-таки высоким. Это вот где наши резервы, где наши силы заложены, где мы должны не только медицинская составляющая, но здесь сказано, что глава поселения здесь на месте присутствует. Вот это как раз работа всего общества вот, по борьбе, по выявлению рака на ранней стадии. И вот тот показатель, который я, ну, наверное, не то, что больше всего люблю, люблю
потому что он высокий, но этот показатель характеризует много нашей именно общей работы. Это заболеваемость. Вот, если мы говорим в целом по России, то 549 случаев на 100 тысяч населения в Республике Адыгея – это высокий показатель. Это вот уровень нашего здравоохранения в целом характеризует, насколько он самодостаточный, насколько он высокий. Это высокий показатель, он достойный, и это вот то количество, которое мы выявляем. И если вот мы смотрим 11 слайд, перелистнул распространение, это вы знаете, вот в 11 слайде мы видим Кашикабльский район, 397. Да, он значительно выше предыдущих лет, он показатель растет, 92 случая, это большой показатель. Но если мы всмотримся в целом в ту работу, которую по республике делаем, это вот называем сухими цифрами, это 15-20 человек, недовыявленных в 2023 году. То есть вот это тот потенциал, тот резерв, который есть у системы, но мы его недовыявлены. Они выявятся, то есть эти пациенты вот в 2024 году мы выявим, уже более запущенными. То есть это те, кого мы с вами должны были выявить на ранней стадии. Это вот те силы, куда мы должны еще приложить, это вот та работа, которая должна планомерно в 2024 году осуществляться. 12 слайд, он в принципе показывает ту положительную динамику, которая в целом она есть. Она и по республике одинаково идет снижение смертности от злокачественных новообразований. Ну, точно так же в районе этот процент снижения тоже постепенно увеличивается. 136% это вот тот показатель, который в принципе индикатор 193 по Российской Федерации, то есть на сегодняшний день, да, этот показатель низкий, но я еще раз говорю, у нас есть резервы, мы знаем, где наши проблемы есть, и мы должны на это акцентировать внимание. Вот 13 слайд, если мы говорим структуру смертности, кто у нас погибает? Здесь годами не меняется. К сожалению, это бронхолегочная система, это молочная железа, это толстый кишечник, это предстательная железа. То есть это вот 5-6 нозологий, которые по сути, вот они основные. Вот то, куда мы должны приложить силу. Это вот те, скажем так, те направления, которые на самом деле для скрининга, для раннего выявления не несут какой-то вот экономической нагрузки и сказать, это выявить дорого. Недорого. Абсолютно недорого. Диспансеризация сегодня позволяет, по сути, с этой проблемой справиться. Но, как Руслан Дмитриевич отмечал, здесь мы должны четко понимать, обследовать одних и тех же пациентов каждый год – это не совсем правильно. Нам надо вот тех молчунов, которые годами сидят дома, которые надеются на свое богатырское здоровье, вот нам надо вот туда немножко сдвинуться. И вот хочу, вот 14 слайд. Есть буклеты, они на самом деле очень удобные буклеты. Мы вот согласовываем с Республиканским центром медицины и профилактики. Мы хотим все-таки растиражировать, распечатать эти буклеты. Вот 14-15 слайд. Что здесь, чем оно удобно? На самом деле эти буклеты не для стационаров, не для больниц, не для поликлиник. То есть не там, где пациент и так пришел. Там мы только что видели на предыдущих слайдах, что активное выявление тех, кто уже пришли, оно высокое. Там настороженность достаточно. Вот эти буклеты для пациентов, или скажем так, для жителей района, которые к нам не ходят, донести им домой. И на одном из собраний Руслан Владимирович сказал, чтобы человек привлечь внимание человека, надо минимум 5 раз ему об одном и том же сказать. Будем стараться, будем работать, будем доносить. Рак – это не болезнь одного дня, он за неделю не развивается. В некоторых формах рака нужно десятилетие. Рак толстой кишки развивается 10, 15, 20 лет. То есть понятно, что вот скрининг, который хотя бы раз в 5 лет, если человек появляется, и вот этот минимальный скрининг, который делается полноценно, он может заподозрить. Даже если мы не рак находим, но находим предрак, то уже человек знает, как за собой следить, как себя вести, и в конце концов он знает, к кому ему надо будет обращаться в то или иное время, в те или иные промежутки. Поэтому на самом деле рак, он не так страшен. Он страшен, да, когда члены семьи этим заболеванием заболевают на поздней стадии, конечно, страшно. Когда мы понимаем, что мы пытаемся что-то ухватить, пытаемся как-то продлить жизнь больному. Но на первой-второй стадии мы же понимаем, что он практически в 100% излечим. Да,
да, мы убираем саму проблему больного по жизни, наблюдаем, но результаты в целом по республике не дают соврать. У нас 60-70% пятилетней выживаемости, это говорит о том, что из того, что на учете состоит, это все не на ранней стадии, из того, что на учете состоит, живут дольше 5 лет, более вам того скажу, больше 10-15 лет живут, и без ремиссии их это не беспокоит. Рака бояться не надо, но уважать его надо, относиться к нему надо с определенным уважением, соответственно, берегите себя, не болейте. В заключении мероприятия глава района выразил благодарность всем гостям совещания за предоставленную информацию, которая является важной и полезной. Он также пожелал всем присутствующим удачи в их нелегком труде, связанном с оказанием медицинской помощи населению.